Собственно, перед самим разбором хочу сказать, что песня буквально из 4 аккордов. Потому если какие-то моменты вам пока непостижимы, то всегда можно сыграть, спеть на 4 аккордах. То есть вот. Вот. Песня состоит из, можно сказать, вступления, куплета, ну, припева. Вступление звучит так. Дальше там идет, по сути, то же самое, только с щелчком. Я надеюсь, вы умеете. Но если не умеете, то он делается ударом пальца, большого пальца, между 5-й и 6-й струной, ну или по 6-й струне. Тут уже как бы я сам звук искал. Как же, собственно, оно играется, это вступление? Вообще, во всей песне в большинстве своем преобладает аппликатура этого аккорда. И ладно, собственно, сам разбор. Вторая струна на втором, тьфу, на третьем ладу, и четвертая струна на четвертом ладу. Потом вторая струна на втором ладу и четвертая на четвертом. Ну и, собственно, так идет квадрат. Потом к этой мелодии добавляется бас. Ну, там я не помню, что за это инструмент. Контрабас. Что это? Бас как раз таки от этих 4 аккордов. И, в общем, начиная каждый раз играть вот это, добавляем с 6-й и 5-й струны бас. Начинаем с 6-й струны. Открытая 6-я струна и та же самая мелодия. 2-я струна, 3-й лад, 4-я струна, 4-й лад. Потом нужно поставить барре на 2-й лад, зажимая все струны, ну или только 2-ю и 6-ю, и играем то же самое. То есть вот. Потом, собственно, этот аккорд уже опять зажатый 2-й струной на 3-м ладу. Потом тут такая тема. Зажимаете 2-ю струну на 2-м ладу, но уже указательным пальцем. И играете то же самое. Собственно, что получается? По сути, уже все, полпесни. Есть у нас в кармане. Потом идет то же самое повторение 6-й струны. То есть опять до баре. И в третий раз уже этот аккорд не ставится полностью, а ставится лишь, как это сказать, вместо баре ставится указательный палец на 5-ю струну, 2-й лад, и остальные струны вообще. Остальных струн пальцы не касается.
И получается вот так, то же самое играем. И в конце мизинец отпускаем от этого аккорда, то есть и играем третью струну открытую и четвертую на четвертом аду. Получается вот так. Припев играется абсолютно так же, только с вышеупомянутым щелчком. Ну и для заполнения вообще песни добавляется еще раз проигрывается четвертая сторона четвертому аду. То есть и так и далее. Далее идет куплет. В куплете аккорды другие, но аппликатура первого аккорда первый аккорд, конечно, тот же. Играется, собственно, первый куплет вот так. Как, собственно, играется? Первый аккорд тот же самый. Играется пятая струна, четвертая струна, вторая струна, обратно четвертая. Ну, в общем, вот так вот. Потом бас повторяется два раза. И возвращается. Как место играется бас, вместо того, чтобы мы сыграли четвертую струну. Потом то же самое с открытой пятой струной. То же самое, но с зажатой шестой струной на третьем аду. И то же самое, но с барре на втором аду и без среднего пальца. Вот и все.